Необычное варенье могли продегустировать жители и гости Сергиева Посада в прошедшие выходные. В субботу на улице Карла Маркса состоялся традиционный фестиваль «День варенья». Его организаторы – объединение «Трикотажка-фест». Вот опять мы в хорошую погоду гуляем, едим сладкое, вкусное, наслаждаемся жизнью, поем, танцуем. На пробу активисты объединения «Трикотажка-фест» приготовили малазийские чипсы с дынным острым вареньем. Было также варенье из кизила и розмарина, варенье из яблока, имбиря, корицы и кабачка, лаймовое варенье. Креветочные чипсы в Азии используют скорее как нейтральный вкус для того, чтобы дополнять любыми острыми топпингами. Кроме сладких угощений, гостей на празднике ждала музыкальная программа, тематические фотозоны, работала ярмарка хендмейд-товаров. Традиция проводить уличные фестивали на этом не заканчивается. У «Трикотажка-фест» в запасе еще много интересных идей для праздника. Дарья Леонова, Дмитрий Зайчиков, программа «События».